Ну вот это Рифус, вот есть здесь утюг, стиральная машина, вот помещение. Книжки. То есть такой уютненький небольшой отель. Небольшой бассейн, работает с 9 до 9. Полотенце. То есть можно выйти, полежать, искупаться. Завтраки вот здесь, на втором этаже. Плюс этого отеля, то, что он находится вот прямо на море. Вы выходите из отеля, вот все, вы вышли на море. Очень удобно. Ну и плюс, конечно, расположение у суперское. Вон там он. Вот вы видите стадион Фишт. Вот он. То есть находится в минуте ходьбы от моря, в нескольких минутах от стадиона Фишт Олимпийского парка. А рядом со стадионом находится и лунопарк Сочи. То есть, если вы особенно на футбол, на спорт, в лунопарк, на море, очень удобное расположение, класс для отеля. Вот, завтрак там проходит на втором этаже и виден вид на море. На завтрак не шведский стол, а вы выбираете блюдо из меню. Но, в принципе, мне хватает, и я сырники всегда ел, каши, сырники, все, такие хорошие блюда. Вот такой номер. Рифс, 4 звезды, есть вот большой телевизор, холодильник, чай, кулер с водой, сейф, то есть вот тапочки, полотенце, халат, всякие прибамбасы были. Тут мыло, шампунь было, сейчас уже нет, использовали зубная щетка, кондиционер. В принципе, все такие прибамбасы есть. В принципе, ну, удобный, классный номер. Естественно, ну, не, как бы средней шумности, не совсем. Как бы криков нету, но чуть-чуть он доносится. Например, с трассы Формулы-1, хотя далеко расположен. Иногда машины гоняют. И вот, если вы около бассейна, вот здесь может кто-то кричать в бассейне. Ну, в целом, конечно, мне очень номер нравится. Все хорошо. Туалет. Душевая кабинка, вот две лейки даже, сушилка для одежды. Ну, я однозначно рекомендую этот номер, если вы приезжаете, чтобы жить рядом со стадионом, на футбол. Сфера внизу на стойке регистрации 400-500 рублей, в зависимости от времени. Также вот я, например, машину здесь взял в аренду внизу, в том числе с выездом в Абхазию. От 1500 аренда машины и 2000 за день для выезда в Абхазию. В принципе, все основное в отеле есть. Все, вот. С вами был Борис Соколов, сайт visasam.ru из отеля Рифос в Адлере. До встречи в следующих видео. Пока-пока.